Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство ZTE Blade V50. И сейчас я покажу вам, как добавить аватарку к контакту. Итак, открываем приложение телефон, выбираем контакты и далее выбираем контакт, которому хотим добавить фотографию. Нажимаем на значок карандашика и нажимаем «Изменить под фотографией». Далее можем выбрать либо фотографии на устройстве, это может быть галерея, либо камера, можно сделать фото. Либо можем выбрать Google фото, либо иллюстрации. Выбираем любую картинку, можем ее немножко отредактировать и нажимаем «Выбрать». И нажимаем «Сохранить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.